Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и сегодня очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о деньгах и о том, как быть в гармонии в потоке денежном, потому что эта тема интересует многих, и теперь я уже рассказываю по запросу, то есть по запросу того, какая тема наиболее интересна. Так что вы можете писать свои запросы в комментариях к этому видео по поводу того, что осветить в следующем видео. Итак, что такое деньги? То есть многие привыкли это видеть либо как бумажные деньги, либо как средства на счете, на карточке, криптовалюты, как уже сейчас, в последнее время. Вот. Но все же деньги – это доверие. То есть доверие в том, что мы можем за вот эти вот символы, которые мы называем деньгами, что-то приобрести, обменять. Изначально деньги использовались как средство обмена. То есть это было что-то, что можно, ну, скажем так, обменять на товар или услугу, и при этом они обеспечивались. То есть обеспечивались зачастую чем? Ну, чем-то другим, то есть товарами, услугами, золотом, поддерживались военной силой. Но самое главное, что если люди теряли доверие к этим деньгам, то они обесценивались, то есть за них просто ничего нельзя было купить. И поэтому, когда мы говорим о деньгах, это доверие. То есть доверие в том, что я знаю, что вот за эти бумажки или там за те, скажем так, циферки, которые у меня показываются на счету, я могу их конвертировать в товар или услугу. Но на самом деле, когда, если вы поймете, наступает какой-то кризис, то деньги становятся гораздо менее ценными. И то есть уже люди с большой неохотой меняют товар или услугу на деньги. И в большей степени, может быть, человек старается сделать что-то для себя или обменяться услугами с другим человеком, то есть так называемый бартер, как сейчас это принято. Вот. И получается, что теряется ценность. И на самом деле, действительно, за деньги ничего не сделаешь, если люди не захотят этого, то есть не захотят обмениваться. И поэтому ценность, я как понимаю, не в деньгах, а в том, что они за собой несут. То есть мы видим ценность денег в том, что мы можем сделать что-то хорошее, ценное. То есть, например, купить себе жилье, там, средства передвижения, какие-то услуги купить, продукты себе. Но на самом деле, если все это убрать, то люди могут жить и без денег. То есть они могут делать так, что у нас будет просто состояние, когда мы будем жить в изобилии и легко создавать то, что нам необходимо в таком количестве, что нам не понадобятся какие-то деньги для того, чтобы обмениваться. То есть мы сможем обмениваться легко и с избытком. И даже если посмотреть вот на будущее, да, то в будущем мы сможем легко отказаться от того, что мы сейчас называем деньгами. А в данный момент, для того, чтобы был, ну, скажем так, поток изобилия, очень важно прийти в хорошее гармоничное состояние. То есть это переходный этап к отказу от денег. Это состояние, когда есть изобилие, когда чувствуешь, что денег достаточно, и не просто денег, а что достаточно всего, то есть и еды, и того, что ты делаешь в жизни. И, конечно же, есть жилище, есть средства передвижения, есть гармоничная семья. То есть очень важно это создавать в своем сознании. И когда это создается, то это и приходит. То есть важно быть, конечно, еще и готовым принять это. Поэтому, когда я говорю людям, что это как раз и есть этот поток сознания, деньги, то есть и это то, что приносит деньги, то, что стоит за ними. То есть это гармоничное, хорошее состояние. То есть, когда нам показывают что-то красивое по рекламе, они акцентируют на том, что это принесет нам свободу, радость, счастье. А на самом деле все это уже есть у нас. И поэтому очень важно сконцентрироваться не на деньгах, а на этом хорошем состоянии. И в этом очень хорошо помогает процессинг счастья. Он очищает сознание от всего ненужного и помогает прийти в состояние здесь и сейчас, в состояние гармонии, в состояние потока. Поэтому я, друзья, вас приглашаю в Академию Счастья для того, чтобы попробовать, что такое процессинг. А для начала пройти просто бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о себе самом и о том, как это работает, о том, как можно улучшить свое состояние и быть в потоке, быть в гармонии. Пишите в комментариях или мне прямо в соцсетях, я все контакты дам в этом видео. И, конечно, желаю вам счастья, гармонии, процветания и изобилия. До скорой встречи!